29-летняя топ-модель была вынуждена обратиться в полицию из-за угроз в свой адрес. Суд запретил мужчине приближаться к Стелле Максвелл. Знаменитая блондинка получила запретительный судебный приказ на имя Рубена Веласкеса. Орден будет действовать в течение 5 лет. Согласно ему, мужчине запрещено приближаться к Максвелл ближе, чем на 100 ярдов, около 92 метров, при любых обстоятельствах. Правоохранители занялись делом Стеллы после того, как она заявила о том, что назойливый поклонник ее преследует. Мужчина оставлял десятки сообщений на ее странице в Инстаграм. Представители модели Victoria's Secret заявили, что послания включали оскорбления и угрозы. «Я собираюсь сжечь твой дом. Я оставлю тебя в инвалидном кресле. Я собираюсь стать серийным убийцей. Куплю дробовик с большим радиусом действия и сделаю тебя хромой». Мужчина называл топ-модель своей женой и засыпал ее непристойными предложениями. Одно пугающее сообщение даже включало фотографию, сделанную Веласкесом всего в нескольких футах от входной двери дома известной блондинки. Отдельно мужчине предъявлено обвинение в преступных угрозах и преследованиях по делу, которое еще не дошло до суда, сообщает Daily Mail. Максвелл – близкая подруга известной российской модели Ирины Шейк. Они часто участвуют вместе в рекламных кампаниях. Стелла поддержала Ирину после ее разрыва с актером Брэдли Купером. Максвелл стала ангелом Victoria's Secret в 2015 году. Она является одной из самых востребованных моделей в мире. Звезда подиумов живет на 2 города – Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Личная жизнь блондинки является в центре внимания общественности. У Стеллы был короткий роман с певицей, актрисой Майли Сайрус. 2 года она состояла в отношениях со звездой вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт. Летом пару видели целующуюся на яхте у берегов Амальфи в Италии, что подогрело слухи о возобновлении их романа.